Праздник посвящен Дню защиты детей. Сама миссия компании, вот БФ-группа, это как раз качество воды. И так получилось, что именно и миссия садика «Ёжик» тоже совпала, тоже у них приоритеты – это здоровье. И поэтому почему бы нам не идти вместе? Наш детский сад развивающий коррекционно-оздоровительный. Коррекционная работа у нас проводится с детьми и проводят ее воспитатели. А оздоровительная работа, то есть у нас есть фитоцентр. И сейчас мы еще ввели такую новинку, как очищающая система воды Blue Filtres. Как всем известно, да, человек состоит из 90% воды. Да, и очень важно на данный момент принимать чистую воду, потому что это здоровье. В Нагаево ситуация с водой очень плохая. По экологии у нас она не проходит. Те стандарты, поэтому нужно либо привозная, либо фильтрованная. Ну, для детей чистая, естественно, родниковая желательно. Уфимскую воду вообще не пью, потому что там то ли хлорка, то ли что, не пойму. И вообще, не пили даже ни разу. Только через фильтры. Мы взяли, специально уже, значит, из-под крана налили вот водички. Внешняя водичка вроде чистенькая, да, давайте ее угрязним, искусственно нальем йоду. Значит, из этого кранчика у нас бежит чистая водичка, уже очищенная. А здесь сливается водичка, которая не очистилась. Преимущество фильтров – это немецкое европейское качество, гарантия 5 лет, отличается предфильтрацией, мембраной обратного осмоса, значит, минерализацией природной, естественной минерализацией, структурированная вода, то есть подготовлена непосредственно уже для питья. В горах почему долго живут? Они пьют, тают ледники с гор. Вот они эту воду пьют. Это структурированная вода. То есть человек должен пить воду в день от 2 до 3 литров воды. А если мы будем пить качественную воду, это очень хорошо будет влиять на наше здоровье. Нужно пить чистую воду, потому что это залог здоровья. Все с этого начинается. В рамках акции мы сделали подарок детскому садику, поставили нашу систему Blue Filters. С этого момента детишки будут пить чистую воду. Наших юных участников сегодня ждет главный приз. Это наша система очистки воды, которую мы вручим по итогам соревнований, которые будут проходить между детьми сегодня. Мы быстренько написали, как смогли, в рифму попадали. Не думали, что займем первое место. Спасибо большое спонсорам. Хотели приобрести еще раз этот фильтр. Он не помешает. Ведь из крана вода, она ржавая и плохая. А с Blue Filtres она чистая. Ее можно пить, кипятить. Ну и она полезная. Вода нужна нам для здоровья, она нас лечит, жизнь дает. С водой мы вместе жизнь построим, и Blue Filtres мы приобретем.